Блин, ребят, мне что-то плоховатенько стало. И нажимаю кнопочку крафтить. Давай, родники, да. 204 FPS, чего? Пацаны, мы все это видели. 0 хп, смотрите. 0 хп, 0 хп. Здарова всем, ребята, Кентух на проводе. И прямо сегодня покажу самый нереальный лайфхак, если только. И мы их проверим потом прямо эту секунду. Прожимайте огромнейший лайк, потому что прямо сегодня я попробую сделать крафт с ножичком. Ё-моё! С вас лайкосик, с вас подписочка. Поехали! Ну что же, ребята, погнали смотреть первый лайфхак. И я вам скажу так, если он реально рабочий, я просто буду в шоках. Просто давайте послушаем, потому что там что-то самом полезном лайфхаке в Stand of 2, о котором почему-то никто не говорит. Но перед началом поставь лайк. Дело в том, что в Stand of 2 16-й тикрейт. Это значит, что сервер обновляется 16 раз в секунду. И из-за этого в Stand of'е так странно летят пули и так тяжело попадать в голову. Так вот, можно сделать 128-й тикрейт, как в CSGO. Все киберспортсмены Stand of 2 уже перешли на 128-й тикрейт. Для этого скачиваем специальное приложение. Нажимайте калибровать, когда точка попала в центр. После калибровки перезагрузите телефон и готово. Ну а теперь рассказываю обычных людей. Что же это такое? Короче, есть программка, при помощи которой вы будете стрелять более метко, более четко и, самое главное, более быстро. Давайте проверять. Нажимаем «Откалибровать». И что же сейчас с тобой, а? Только есть одна проблема, то что надо калибровать-то с телефона, а я с эмулятора калибрую. Ну ладно, ребят. 5 minutes later. А вот сейчас я не понял! Подождите, у меня 179 FPS? Чего? Я-то думал, эта программка не рабочая, оказывается, она реально работает. У меня 190 FPS, просто посмотрите. А ну-ка, если буду смотреть в стенку. 204 FPS, чего? 227, 233. Так, ребята, мне немножко плоховатенько. Давайте попробуем, как же это все работает в реальности. Ну, скажем так, первым блинком. Давайте еще проверим. Реально ли это мне, ну, помогает играть? Ой-ой-ой, какой хедшот повесил, ничего себе, брат. Ну что же, давайте-ка я все это попробую сделать с АКР-12 и посмотрим, насколько же будет мне легче играть. Ну че, братик, здорово! Привет, Андрей, ничего себе, отлетела шапка, слетела. Не, слушайте, ребят, определенно мне реально легче играть. Просто тут есть такие жесткие киберы, тут только надо вот так вот мочить. Не, ну пацаны, я думаю, можно скачать-то. Вы-то ничего не теряете, но я реально чувствую, что мне стало немножко проще играть, немножко плавности появилось. Но, ребята, сами понимаете. Но все равно руки не с того места растут, что надо. Но в целом одобряю. Ну а прямо сейчас будет просто пушечный лайфхак, потому что мы, ребята, скопируем прицел киберспортсменчика. И проверим, влияет ли прицел, так сказать, на точность. Так, ну прицел фермера мы копировать не будем, а вот прицел Лондона, это уже интересно. Слушай, прицел Лондона можно скопировать. Давайте-ка мы возьмем, ребят, прицел Лондона и попробуем с ним поиграть. В общем, ребята, я уже поставил прицел и надеюсь, что этот прицел поможет мне тащить. Погнали проверять. 5 minutes later. Ну что же, как мы видим, ребят, прицел уже имеется, но я хочу сказать только одно. Не думайте то, что если у вас будет прицел, как у киберспортсмена, будете играть точно так же, как и он, потому что это всего лишь прицел. Но, как по мне, этот прицел очень неудобный, очень необычный, в нем даже нету линии в центре. Ну ладно, ребят, давайте попробуем, на что же способен этот прицел в игре. Голова отлетела! Ай-яй-яй. Ну, слушайте, ну минус 1.5 игрока. Начало неплохое. Наша команда проигрывает. И надо взять все в свои руки, ребята. Работает Кент ПК. Как я понимаю, это будет план А. Их четверо, нас двое. И как вы думаете? А, брат, здорово! Ох ты, блин. Опа. Спасибо за карчик. Обнял, приподнял. Все, ребята, 1-3 играю. Как вы думаете, шанс имеется или не имеется? Ваше предположение пишите. Ну че, родненький, я играю с прицелом от Лондона. А кто на меня? Боятся, не понимая то, что против них играет Воу, Кент АПК. Так, слушайте, кажись, это Бэтленд? Брат, ну куда ты? Ну у меня прицел киберспортивный, ну ё-моё. Ага. Один парень был на лонгу. Здорово, брат. Все, ребят, ну чё? Определенно, этот прицел неплохой, поэтому я думаю, я с ним еще поиграю. Ну а прямо сейчас, ребята, просто гениальный лайфхак. Посмотрите на его прицел. Внимательно смотрите, что он делает. Он просто берет и прицел перетаскивает на центр экрана. И, грубо говоря, у него на АВМ и на М16 есть прицел. Давайте проверим все это. Прямо сейчас заходим в кастомизацию, да? И перетаскиваем. Ну, давайте, например, значок карты, да? Я его сюда перетаскиваю, делаю его непрозрачным, да? Только надо ровным центр. Ровным центр. Ну, примерно вот этот центр, да? Так, все. Сохраняю. Теперь закрываю. И что же у нас имеется?
получится. У нас имеется черный квадрат! А-ха-ха! Давайте-ка мы прямо в эту секунду зайдем в закладочку и проверим, СМ-16 это что же способен с таким прикольным прицелом. Только мне кажется, он очень большой, надо его сделать немножко поменьше. Ну что же, вперед в атаку, ребята! Вы просто посмотрите этот прицел, блин, я не могу сказать, он смешной. Опа, здорово всем, пацаны! Так, пока никого нету, план Б чист. Опа, не, не чист, ну черненький. Опа, попал! Па-ха-ха, минус, минус один. Да ну, это реально работает! Попал, а попал, попал, попал! Это реально рабочий лайфхак! Просто надо немножко привыкнуть, надо немножко, чтобы моя команда немножко помогала, ну хоть немножко, почему моя вся команда на пункту А, если это план Б? Ну ладно, все, погнали, поиграть следующий лайфхак. Ну что же, погнали смотреть лайфхак. Как мы видим, ребята, один игрок находится сверху в доме. Вот прям максимально в углу. Второй игрок отбежит, телепается, и опа-на, он разворачивается и сейчас будет стрелять в эту дверь. И по идее, эта дверь должна прострелиться. И прямо сейчас мы проверим, можно ли прострелить эту дверь или нет, потому что если можно, то это просто что-то с чем-то, потому что я этого точно не знал. Не троллю, блин, но работаем. Короче, пацаны, вот эту дверечку надо прострелить, то есть мы ставимся сюда. И настрелим сюда. Давайте просто везде в окна еще настреляем. Ну мало ли нам все простреливается. Вот просто все, что можно было прострелить. Ну я уже по-любому, вот по-любому. Ну посмотрите, ну ё-моё, ну по-любому, без вариантов. А теперь-ка, давайте мы прямо сейчас подойдем на эту сторону. И как вы думаете, будут ли пули или нет? И... Что? Они есть! Я отвечаю, они есть! Они есть, пули, вот, это работает! Это реально работает! Чего? Что? Я не знал! Обалдеть! Можно прострелить это здание! Я просто в шоках! Давайте еще раз проверим. Ну, оно простреливается где-то вот тут. Вот где-то вот именно вот в этом месте. А ну, давайте еще раз. Попробуем прострелить как можно больше. Обратно бежим! Походу, вот это окно простреливается, да? А ну-ка! Да! Это реально работает! Ничего себе, сказал я себе! Я отвечаю, это не фотошоп, можете сами проверить, это не монтаж. Можете сами просто взять и проверить. Ничего себе! Прожмите за это лайк, обязательно подпишитесь, если нравится подобная рубрика на мой канал. О, как круто! Ну что же, очередная порция крутых лайфхаков. Смотрим. Когда вы находитесь на карте, кликаем так. Много раз по сообщениям, на монтаже вы можете словить вот такой тайминг. А, прицел попал. Понял. Ну, надеюсь, я тоже словлю такой тайминг. Ну что же, вперед проверять. Я беру Кирач Голд и теперь много-много раз нажимаю на сообщение и назад. То есть так ПКД, нажимаю. И как вы думаете, пропадет ли прицел или нет? Ну, чет, ребята, чет ничего не получается. Нажимаю еще быстрее. Просто еще палец отпадет. Вы даже не представляете, как я быстро все это делаю. И... Скорее всего, ребята, данный лайфхак работает только на телефонах, поэтому, если у вас вышло, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. В союзниках возле Т-базы есть такой пиксель, куда можно закинуть оружие, и оно будет просто висеть. Нифига себе, сказал я себе! Давайте-ка мы проверим все это. Режим союзники выбрал, погнали проверять! Опа, ну, насколько я помню, надо подойти сюда, прыгнуть и выбросить. А-а-а! Реально зависло! А ну, давайте еще один скин. Обалдеть! Так, блин, нифига себе, сказал я себе. Обалдеть, а вы не два скина или нет, как думаете? Не, ребята, конечно, всякое ожидал, но это реально какой-то прикол, два скина вышло. Ничего себе, сказал я себе. Давайте попробуем три скина забросить, что из этого произойдет. Так, раз сюда. И закупаем еще, ребята, три пушечки. Посмотрим, выйдет или нет, но это очень-очень выглядит смешно. Так, братанчик, давай, опа! Иди сюда, ну ё-моё. Слушай, это не так-то и просто, как кажется. Не, походу, три скина не выйдет. Походу, два скина это максимум. Ну, хотя, ребят, если у вас выйдет, то кидайте мне в группу ВК, я это публикую. Все, да. Два скина это было максимум. Слушай, ну следующий лайфхак, ну прям капец какой интересный. Давайте его посмотрим. Любой дробовик и начать простреливать эту позицию, то мы будем наносить противнику... Типа идет двойной прострел. Первый прострел, то что он, грубо говоря, за ящиком, а второй прострел, то что он за дверью. Это реально? Ну, два урона. Да ну! Одна, два хп? Блин, это прикол. Давайте проверять. Ну что же, у меня уже все готово, и в этом лайфхаке... По проверке лайфхаков с ТикТока мне поможет ТикТокер. Хайгли, поздоровайся. Здравствуйте. Ну что, братья, короче, я сейчас буду стрелять, ты будешь говорить, сколько будет хп анимации. Готов? Давай. Опа! Сколько?
0. Ай, проснулся! Да блин, ты где там? Ха, Игорь! Так, слушай, ты больше попстишь, нет, а что я против вас не могу? Слушай, оно до ящика вообще долетает или нет? Пули вообще не было. Рядом с... О, попал, сколько? 0 хп. Ты рофлишь! 0 хп отнимаю? Да, прям 0 хп. Попал. Реально 0 хп. 0 хп отнимаю? То есть да. Мы лайфхак не то что опровергли, мы создали новый лайфхак. 0 хп отнимается. Брата, давай ты попробуешь, не гони, а то подписчики не поверят. 5 minutes later. Это я сейчас подойду. Во. О, по 0 хп. Я тысяча, ты по 0 хп бьет, не машу, руки еще раз стреляет. То же самое место, стреляй, стреляй. 1 хп, стреляй, 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 стреляй. Ааа, я ру. Я впервые в жизни такое вижу, по 0 хп. Я ру. Так, теперь давай я стал за ящик. Стреляй еще раз. Давай. Давай, давай, давай. Я за ящиком. Понял? Чуть-чуть вот на миллиметрик правее. Попробуй. На миллиметрик правее. Капельку правее, 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 правее. Капельку правее, правее. О, вот так, да, да, стреляй. Идеально, идеально, стреляй, стреляй. Братан, пули летят, они тебя не пролетают как-то. Я не понял, как это работает. Не, ну ты все равно, понял? О. 0 хп, 0 хп. Отвечай, 0 хп, мужик. Пацаны, вы все это видели. 0 хп, смотрите. 0 хп, 0 хп, отвечай, не фотошоп, 0 хп. Просто прожмите за это лайк и подпишитесь на мой канал, потому что мы показали секретный прострел, который отнимает по 0 хп. Так, братан, давай возьмем какую-то другую оружку. Давай возьмем эмочку, ради интереса. Вот, ну эмка по-любому должна уже много отнимать, да? Давай. О, о, ааа, стой! Короче, ты мне только что тоже отнимал 1 хп, потом резко меня попал и отнял все. Короче, при определенных обстоятельствах за этим ящиком вам могут отнимать по 0 хп. Слушай, а теперь знаешь чего? Давай попробуем. Давай попробуем АВИК! АВМ! Вот это реально давай, будет давай, интересно. Давай. Пуля вообще никуда не долетела. О, 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 вот, вот, о, попал! Минус 52, минус 52. Давай еще раз, ну-ка, я залезу прям на ящик. Еще стреляй, так же, так же. Тоже место, да? Да, да, да. А, минус 51! У меня 1 хп, прикинь! О-о-о-о! По 1 хп отнимаешь эту лор! А ну давай, по 1 хп! Ты пол, тогда бы не попадаешь ни в голову, по 1 хп еще. У меня 89. Давай еще раз, еще раз. 84, 82, 80. Это просто ор! Я такой впервые в жизни вижу! Это что такое? Ребята, прожмите за это лайк, потому что это что-то с чем-то. Я в жизни о таком не знал. Это реально крутой полезный лайфхак. С вас лайк, подписка, а мы идем дальше. Ну что же, смотрим следующий лайфхак. Как меня, ребят, давайте я отключу звук, я все буду объяснять сам. Парень бежит, 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 вот резко, оп! Теперь он выключает интернет, вот на этом моменте, обратно заходит в игру, и он оказывается на этом препятствии. Это очень круто, я вообще не знал, я даже вообще не знал, что туда можно залететь. Давайте попробуем сделать все то же самое. Я уже, ребят, добежал до апартов, и давайте-ка мы прямо сейчас все это попробуем. Давайте вот так вначале попробуем прыгнуть. Опа! Не, не получилось. Реально не получилось. Теперь давай попробуем при помощи этого лайфхака, и надеюсь, у нас все выйдет. Кстати, ребят, у меня только один вопрос. Подождите, а зачем запрыгивать отсюда и применять этот лайфхак, если можно просто запрыгнуть отсюда, не? Лол! Можно же просто вот так сделать, вы чё? Так, ребят, я этот лайфхак даже проверять не хочу, потому что он... бесполезный! Не надо там ничего отключать, не надо еще включать, не надо еще сворачивать. Просто берешь, запрыгиваешь сюда и отсюда уже сюда. Кстати, про эту позицию я вообще не знал, и я скажу так, на этой позиции я вообще никогда не видел никаких игроков. Надо я тоже записать мой блокнотик киберспорта. Лайфхак номер 2. То, что мы обратно же отключаем интернет и запрыгиваем на ящик. Нет, слушайте, ну вот такой вот лайфхак еще можно проверить, потому что это реально интересно. Давайте проверять. Еще раз показываю. Парень с видео, вот конкретно с этого места, запрыгнул на ящик. А ну-ка, опа! Не, у нас не получается, давайте еще раз проверим. Может быть, от меня руки не с того места растут, но... А ну-ка? Не-не, вообще никак, отвечаю, просто нереально. Ну а теперь давайте попробуем отключить интернет. Так, ну что, все готовы? Да, я думаю, все готовы. Опа! А! Не, короче, короче, пацаны, на эмуляторе этот лайфхак невозможно проверить, поэтому сорян, но, скорее всего, он рабочий. Ну а то, что вы видите прямо сейчас, ребят, это не повторяйте, потому что вы за это сможете получить бан. Я без шуток, посмотрите, он прыгает сюда, оп, и появляется тут. Ну хотя, если честно, мне кажется, это просто видеомонтаж. Ну, короче, пацаны, не проверяйте, потому что получите бан 100%, отвечаю. Ну а прямо сейчас будет то, ради чего вы все сюда пришли. Это крафт ножей. Я не знаю, что это, но, кажись, тут что-то нечисто. Посмотрите, это самый обычный крафт. Вы серьезно? И что же будет, если скрафтить 10 ножей? А ну-ка. Просто, а ну-ка. Что произойдет, как вы думаете? Блин, ребят, мне что-то плоховатенько стало. И нажимаю кнопочку крафтить. Давай, родники, давай, давай, давай. Ну что, ребят, прожмите лайк за такое крутое видео. Как думаете, это по-настоящему или это фейк?
Сейчас мы все это увидим и... А вы в скретч! А, я ру! А, я понял, что прикол! Это монтаж, потому что там нету вот этой вот галочки при крафте. Ну, пацаны, это точно обман, монтаж, и не верьте этому. Ну что же, ребята, не забудьте подписаться на мой канал и прожать лайк. Если вы хотите получить на халяву этот G-Command Floral прямо в эту секунду, переходите по ссылочке в описании в мою телегу и просто в нее вступайте. Все, ребята, всех обнял, приподнял. Спасибо, что вы со мной. Всем удачи, всем пока.